Всем привет, с вами я, Алиса. Приветствую вас на моем канале в рубрике 100 грамм красоты. В таких видео мы с вами рассматриваем кукол, находим самые мелкие интересные детальки и изучаем истории персонажей. А самое главное, такие обзоры я выпускаю достаточно часто. Надеюсь, эта рубрика поможет вам быстрее определиться с выбором на ту или иную куклу. Так что прямо сейчас подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну а в сегодняшнем видео я вам расскажу про одну из главных хотелок лаверов Monster High. Это Кэти Нуар из серии «Пятница 13-е». Хотя некоторые фанаты причисляют ее к серии «13 желаний» или базовой коллекции, но в целом она входит в «Ghouls Night Out» – ночной выход монстров. Кэти Нуар была выпущена в 2014 году, в сентябре, в пятницу 13 числа. На данный момент выпуск ее закончен, и она со своей ценой плавно переходит в разряд мечталок. Кэти Нуар – это практически первая кукла, с которой я начала собирать коллекцию Monster High. Она пришла ко мне в посылке из Италии, и как проходила распаковка, смотрите видео по ссылке в описании. Возраст Кэти 16 лет, Кэти Нуар – черная кошка, и, естественно, она очень суеверна. Есть такая инфа, что, например, в прошлой жизни перед каждым выступлением за 2 часа до концерта, будучи поп-певицей, она всегда съедала 7 крылышек наггетсов, 5 долек яблока и 1 молочный клубничный коктейль. Ну а что, почему бы и нет? А еще Кэти заходит на сцену с левой стороны одной из лестниц, а уходит с правой стороны другой. И наконец, она всегда носит при себе кусочек разбившегося зеркала, когда выступает. И если хоть один из этих ритуалов не соблюдается, то всегда происходит что-то нехорошее. Коробка куклы оформлена очень красочно, в виде разбитого стекла. Кэти словно стоит на сцене и поет своим любимым поклонникам, которые из зала выкрикивают: «Это же Кэти Нуар! Вау!» Также есть красивая подпись нашей героини с надписью XOXO. Кукле в набор прилагается подставка и дневничок. Ярко-пурпурные длинные волосы куклы туго затянуты в стильный хвост. Одно ушко кошечки украшает сережка в форме чертовой цифры 13. На втором ушке прицеплены 2 кольца. Шея, руки обрамлены украшениями. Брови, кончик носа, губки – все пурпурно-розового цвета. Макияж вокруг глаз, конечно, ярко-праздничный. Веки закрашены блестящими серебряными тенями. Гардероб Кэти исключительно блестящий, яркий и гламурный. Кэти любит одеваться в яркие, пышные, блестящие наряды, потому что они по-монстрически роскошные. Сложно найти более впечатляющий аутфит, чем ее пурпурно-розовое платье. Коротенькая юбочка сзади переходит в пышный хвост-подол, состоящий из множества узких полосок ткани. Пурпурный – любимый цвет нашей киски, а главный инструмент для творчества певицы – это, конечно же, микрофон. Он всегда находится в ручках Мурки. Серебряные длинные сапоги с рельефом паутины – они просто шик! Большой респект Кэти за то, что она сама всегда отвечает на письма своих фанатов. И она полная умница. Она понимает, что если бы не ее поклонники, то ее бы просто не было на сцене. И Кэти не смогла бы многогранно творчески раскрыться. Домашнего питомца Кэти не имеет, так как у певицы нет возможности содержания родного питомца. Но она планирует в скором времени завести невероятно милое существо. В своих интервью кошечка говорит, что она всегда много читает во время поездок и в перерывах между концертами. И что ей нравится учиться и читать классические произведения, а все предметы школы монстров ей абсолютно интересны. Ух, какая положительная особа! Всем советую брать с нее пример. Кукла Кэти Нуар не только невероятно красивая внешняя игрушка, но и интересная личность со своими привычками, мировоззрениями, интересами. Я точно могу сказать, что я ее безумно обожаю, и в моей коллекции Кэти Нуар «Пятница 13-е» абсолютно была, есть и будет занимать самое первое почетное центровое место в моей всей коллекции кукол Monster High. И
Если вы любите грациозных кошек и гламурные наряды, Кэти Нуар станет и вашей любимой куколкой в коллекции Monster High. А вам нравится Кэти? Напишите в комментарии, будет интересно прочитать. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ставить лайк и находить меня в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграме. Ждут вас там фоточки с Кэти и другими персонажами Школы Монстров и Ever After, конечно. Be cool and crazy! Пока-пока!